Вплоть до 5 марта каждую ночь в Чебоксарах будут перекрывать Марпасадское шоссе. Движение ограничат на участке от пересечения с хозяйственным проездом до кольца у фабрики «Керек». Это вынужденные меры. Здесь начали реконструировать дорогу. К лету этот участок Марпасадского шоссе станет шестиполосным. Сейчас трасса не справляется с потоком автотранспорта, движущегося из Новочебоксарска. В данный момент дорожники приступили к переносу подземных коммуникаций. Работы ведутся в ночное время с 23 часов до 5 утра. В настоящее время занимаемся перекладкой ливневой канализации, перекладкой газопроводов, водопроводов и кабелей связи. Рассчитываем, что к тому времени, когда можно будет работать, конец апреля, когда будет тепло, начнем заниматься вплотной дорогой. То есть закроем движение по этой дороге и начнем заниматься уширением. Несмотря на довольно сложный проект, сроки перед исполнителями поставлены предельно сжатые. Движение автотранспорта в полном объеме должно быть восстановлено к сентябрю 2015 года. Но само дорожное полотно планируется расширить значительно раньше. Работы предполагается завершить к 20 июля, но без строительства путепровода. На данном участке в районе Керека будет построен надземный пешеходный переход. В середине лета надземный переход будет завершен. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит более 170 миллионов рублей. Марина Рябцева, Расиль Мухаметов, Республика.